Так, Даник, иди сюда ко мне, родной. Так, бутылка ко мне. Ты идешь, бро. Владимир, да? То, что он учил, то он и делал. Дай, вперед борешься. Берешь чучело, но идешь полный туда и делаешь бросок. Да, делаешь, смотри. Делаешь вот бросок, чтобы он на тебя, Владимир, уходить в сторону сюда. Смотри, чтобы он у тебя падал сюда. Так, по синей линии. Хорошо? Делай 15 справа, 15 влево. Как только сделаешь, говоришь мне, и я меня убираю. Но только постарайся недолго, чтобы ты устал немножко. Чезар, Матен, на ковер, пожалуйста. Нет. Чуть приподними, чтобы он летел хорошо. Да. С 4 минут он минуту завязывает. Ноги вперед затащи, его работает. О, один балл поставлю. Тяжело выставить в упор? Нормально. Что нормально? Он тебе перешел на удержание. Я бы мог... Чтобы пол сделать, ты еще раз отрубил. Я бы ногу за сумочный ключ. Что? Я бы ногу поставил. Какую ногу? Левую. Куда? Куда? У него на живот. Какую ногу? Зачем? Что? Чтобы он удержание не сделал. Вэй, так ты зачем его отпустил? Ты зачем его держал? Объясни мне. Маленький не попал. Остается 3 секунды, он переворачивает тебя. Что там случилось? Ударился? Посулика. Чекай, что случилось? Да что? Этот самый. Буду, замени Чезара пока. Чезар. Нормально будет, да? Владимир, тебе не стыдно, блин? Тебе не стыдно? Даник, Матя? Владимир, тебе не стыдно проигрывать его удержание? Вы что, договорились? Ты деньги платишь? Разговаривай, я тебе удержание тоже делаю. Юрий Александрович, ну там тоже деньги нужны. Ну я понимаю, ты хочешь поддаться, но зачем? Пусть он пытается, но не делает. Одел пояс. Ну тут иди с Даником пока. Да. Оставь чуть-чуть, оставь. Еще раз, ложись на спину. Я? Да. На спину. Только на спине лежишь. Даник, ты должен ему удержание болевое сделать удушающее. Вперед. Он только на спине лежит. Честно, под судом так нельзя. Можно. Thank you.
Может закрепить сторону головы, ладно? А лоб где? Да, пора сдаваться, блин. Прижми колени на голове, тогда оно легче будет не открывать. Прижми наоборот колени. Осталось минута. Колено в заднюю сторону. Влад, колено в заднюю сторону. Есть, Влад. Влад, молодец. Ушел Даник. Пошел. Рука. Видишь, он лежит, он мертвый. Вперед! Влад, стоп! Я? Стоп. Не-не, Влад, стоп. Сюда перейдите, пожалуйста. Теперь ты пропускаешь. Да не душился я точно. Ну и что? Я бы вышел. Вышел, а потом бы шея болела. Смысл будет. Поворачивайся на живот, ложись. Четверть на живот и все. Все, да? Да. Что с тобой, сын? Матия. А он матер не может. Стали. А он только в стойке болит. Плохо. Вернее, как, не то, что плохо, а все-таки шансы на победу заправились. Стали заправились. Не уходим с ковра. Не уходим. Стали заправились. Что такое вроде? Устал? Устал? Да. Угу. Хорошо. Даник, выходи. Ты что, ты, вот эти два саланки тебя замучили? Нет, голова болит. А, голова болит, да? После бросок, наверное, да? Да. Ну, сядь, отдохни тогда. Завяжи, заправься, сядь, отдохни. Так, внимание сюда. Сели в ту же позицию. Только смотрите. Я на колени. Я на колени. То есть нижняя такова. А сейчас одна минута одному, одна минута второму. То есть две минуты. Верхний атакует. То есть что? Проход на удержание. Да? Как перейти отсюда на болевой, на удушающий. Но если снизу работает человек, и сверху он должен работать. Пожалуйста, пошли, потом покажешь ты мне. Вперед. Садись между ног. Сверху назад. Назад нельзя работать. Тем более грязную холодную. Да я не поднимался. А что? Туалет. Пописай. Не надо расставлять. Я пожалуйста. Пожалуйста. Да я серьезно. Пожалуйста, ты только что тут не дал. Да я там открыл. Давай. Вот это ты у меня все. Что за террас по черепу? Семь. Ну, кто между ног? Кто между ног? Что может сделать? Первое. Прижать ногу и перейти на удержание. И сделать удержание. Раз. Просунуть одну руку между, отсюда сделать дальний узел, узел на руку. Вот. Можешь полежать, Влад. Вот тут можешь полежать. Полежать можешь, посидеть. Здесь на шутаре. Ну, отсюда болевой на руку. Да? Болевой на руку. Давайте на первый. Доставчиво. Болевой на ногу, наверное, можно сделать, да? Так пойти должен, да? А все, что можно. Болевой на ногу, только приемов надо показать. Что? Только приемов надо показать. Ты покажи два. Сколько? Чем больше
больше, тем лучше. Чем больше ты знаешь, тем все легче выйти. Так. Не боремся, а отрабатываем прием. Один, второй, третий, четвертый, пятый. Маты удушающие отсюда можно делать. Болевой на ногу, на руку. И переход на удержание. Маты поменялись. Теперь другой на колени. Как отсюда болевой на ногу? А как на левой ногу? Отсюда? Да. Чем отсюда делать болевой на ногу, если можно сделать болевой на ногу? А, ты сказали болевой на ногу, а как это сказать болевой на ногу? А что? Скажи, пожалуйста, в партере бывает только одна ситуация такая? Нет, я не сказал, что все сделать. Так я знаю, болевой на ногу знаю как. Я все говорю бороться. Я понимаю, как вы сказали, болевой на ногу. Я не понимаю, что все болевой на ногу. Взять отсюда и захватить ногу и тянуть? Не ты, он делает. Так, я понимаю, как вы сказали, как что болевой на ногу. На это можно сделать? Ну вот, если я вот так вот держу, то он сможет сделать. Артем, ты умеешь делать этот прием? Да. Я тебе сказал бороться, защищаться. Нет, ты стал показать те приемы, которые можно здесь сделать. Ты же вроде хорошо учишься. Я вот. Хорошо учишься. Просто покажи мне прием. Зачем обязательно ноги прием? Когда ты будешь бороться, это все другое. Неправильно. А, так? А ну еще раз, да. Да. Ну так ничего не получается. Я просто мне так делаю и руку выпрямляю. Нет, то, что не получится. Все, идет. Правильно. Раз и болевой. Удушающий отсюда. И переход на удержание. А переход на удержание можно это перед чем спичем? Еще раз. Вот. Зачем, если ты между ног приходишь? Вот ты между ног. Вот сейчас ты делаешь. Вот, можно так удержать. Так ты что, переход на удержание? А, удержание по самбо, да? Так считается это будет? Ну, по самбо считаю. Вот ты покажи, скажи, удержание по самбо. А вот это удержание под дзюдо. А это удержание под грэпплингу, да? Хорошо. Мате. Так.